Верь, потому что Господь с тобой. И еще не жадный. Не знаю, но меня хотят сожрать. Блять, вот опять возле застоя артефакт, но это походу улитка, как я вижу. Да, белая. Вон еще артефакт. Ебать хлопник. Нахуй. Ебать тут наших нахуй. Потряснуло. В Сталкрафте уже вышел новый Battle Pass, но и Сталкейс тоже не отстает. И выпустил новые осенние кейсы. В этих кейсах лежит лучшая снаряга и имеют огромный шанс на окуп. Также после открытия кейсов можем спокойненько перейти в контракты и получить еще более крутую шмотку, чем мы выбили до этого. После контракта можем перейти в апгрейд и в апгрейде увеличить вдвое свой выигрыш, а то и втрое. Но не нужно забывать про режим Артхан, где, дойдя до конца, вы получите отличные награды, будь то промокод или бонусный счет. Сталкейсом пользуется огромное количество старых игроков, и все им довольны. Ведь вывод осуществляется прямо на баланс игры в виде сталкоинов. Переходи по ссылке в описании и вводи мой промокод Янис24 и получи 10% к пополнению и 2 бонусных прокрута в Артхант. А еще сталкейс переехали на новый домен сталкейс.ми и в честь этого дают бесплатный кейс. Играй и выигрывай, только на сталкейс. Подальше. У меня враг на центре. Убил. И где-то еще лишка, тоже на центре. Что? Да, он в хату зашел. Я здесь. У меня почему-то двери есть, а у него нет, он меня запушил. Сзади еще работает, дом надо зайти. Дом. Я не смог, я нажал F на тебя, блядь. Пиздец. Блядь, Иль, враги пошли. Я бегу. Двоих убил, еще один остался. Капо, он в жарку пробежал. А он бросил тебя? Он забежал в жарку, ты понял, снизу. Не застой. Я услышал, что он пробегает. Я услышал, что он пробегает жарку, я его запушил и убил. Так, ну я почти перешел, Никитос, ты уже можешь разлутаться, в принципе. Да, я и так побежал, тут арты разрезала. Застоим. Ты плюс? Нет, не ты. Наверное, я. У меня тройка. Так он у меня плюсанулся, но я его не вижу. Вижу. Бил? Да. Пока полутать не могу, зомби их. Ой, из кровососов чищу. Ар, где вот этот пока? Да. Ну, не просто арты. Короче, можешь прийти, скинуть мне арты, я с этих арты слота и вынесу. Доброе утро. Давай спидран, пока девочки не прослутали. Гребешок, да, фиолетовый. Это, кстати, деньги. По-моему, 700 или 800 тысяч. Так, тут еще арт леснула. Что это у вас? Кислый кристалл синий. Нормально, я же бегал, вот просканивал, пробежал, что это? Кисель. Тебе можно хоть что-то? Какие белые кисели? Денег на руках нет, типа. Я могу сдавить осколок, продать инстант еще за 20. Солнце? Так. Солнце? Нет, жар, птица. Опять белая. Что, блядь? Не понял, где тут арт? Где-то под деревом. Или арт на дереве зарезался, и мы просто этого уже никогда не узнаем. Ага. В коре опять белая жар-птица, но это троллинг, Лёха. То есть я немножечко подольше буду. Нормально. Ну, я как одного убил, сразу стало легче, прям моментально. Опять огонек в этом же месте разрезался зеленый. И вот тут еще какой-то арт капля, блядь. Полчаса, да, точнее. Так, вот тут арт еще какой-то. Че, это светляк? Блять, белый. Так, 150 тысяч будем считать. А у них прямо здесь под переходом два арта. Это что у нас? Кисели, по-моему, да? И кисели, и жарки. А где? Куда пропали-то? Исчезли, что ли? Нет. Скинул денежку, Никитос. Так, ага. Явка белая. И еще одна пиявка. Ну, это троллинг, я клянусь. Да, опять пиявка. Но это и белая, нет, синяя. Это, кстати, четвертая синяя пиявка, так к слову. О, еще светляк. Пожалуйста. Зеленый, это уже гуд, это уже гуд. Зеленый, это уже гуд. Сель. Белый. Ну ладно, хоть что-то зеленое из такого прикольного. А как рюкзак-то? Это был же пиксель.
Сюда. Кисель из кловой. Бля, богатый стал. Пиздец, а ты прикинь, если бы глаз был бы из кловой. Это реально дело. Ну, я бы не взял, я думаю, стоит только лег брать. Слева арт, справа арт, слева и справа арт. И слева заберу, справа на что-то задал. Попробую пробежать. А я он тут. Ну что, наверху? Нет, он там внизу. Бля, их забирают. Тихо. Прото цибуля зеленая. У меня. Бля, светляк или жвачка была, чувак. Жвачка, спиздил. Скорее всего. Жвачка не мерцает желтым. А там есть арт, да, ты возьмешь? И серый розовый. Ох, а еще арт там арт есть. Вижу. Солнце не жар птица. Зеленая. Бля, хорошо сыпет. 4, правда. Арта застойный! Спираль, ой. Зеленая. Ай-яй-яй. Не успел? Я взял. Заходим играть. Убил его. Я больше урона. О, нормально, артов. Так. Вижу. А я не вижу. Да, выносят, прыгнулся. Прячься. Я с тобой. Справа, скорее всего, будет играть. Убил одного. Второй. Один хп, надо пушить. Я убил. Скоро бегу. Давай. Где он? За машиной. Убил. Да, много артов. Искал волчья слеза. Вынесешь? Да, я на вынос пойду 100%. Плюс давай мне все остальное. Идем все арты леговые. Давай. Так, вот убрались мне. Похо. Перчатки. Да тоже хороший выброс, мне нравится. Ну, вкусный. Это не прошлое говно, где все белое было. У меня тут еще арты лежат. Что ты понимал? Для меня просто это был, ну, типа, уебищный геймплей, когда я просто сижу, нихуя не могу сделать. Типа, который это добавляет. Умоляю. Иди. Ну, это вряд ли уже за 100, я бы увидел. Нет, не за 100, жарко. Пиявкой, блять. В этой пиявке разбил. О, 3 арта. Жалко, не застойные, это жаркие, но... А где? А. Ну, опять пиявка и опять волчья слеза. Ну, это какое-то позорище. Я не знаю, что только такое резается. Мне даже обидно немного. Но именно во всех остальных спотах солнце... Какое? Быстрее, гадай, какое солнце? Быстро! Зелёно. Мля. Ты, суслик ебаный, белая. Короче, вот, у клондайков он изначально низкий, но он, если дропнет, то дропнет вкусненько. Ну, и, на самом деле, я 4 белые спирали находил, поэтому похуй. Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает.